Как пояснили в Министерстве строительства и дорожного хозяйства, выделенные средства пойдут на софинансирование муниципалитетов для реконструкции магистралей в городах и станицах региона. За эти деньги мы планируем отремонтировать в пределах 450-500 километров дорог, что, в общем-то, уже мы делаем на протяжении 3-4 лет, независимо от экономической ситуации, поддерживаем муниципальные бюджеты. Дороги Кубани сегодня считаются одними из лучших в стране. Во время встреч с дорожниками губернатор неоднократно отмечал, что краю необходимо постоянно улучшать качество автомагистралей, чтобы удерживать заданную планку.